Так, все, сейчас скоро у вас все поднимется, ребят. Я пока везде все переименовываю. Надо Twitch поднять, естественно, еще. Так как возможность есть здесь стримить на Twitch. Все, короче, везде все переименовал. Сейчас запись обновлю. О, этот. Да, спасибо всем за плюсы. Плюсы. По плюсам все готово. Сейчас я вам сетку покажу, ребят. Потому что многие ее не видели еще. Так, пока закрываем. Можно будет отойти на минутку. Короче, сверху у нас что? Опа, Hellraiser. Нет, еще не начали уже играть, кстати, интересно или нет. Две минуты они в игре. Так, а здесь сидит, но тут пока ничего нет. Я просто посмотрел. Блин, вот надо сразу смотреть всегда. Револьвер Хина обыграл Рейнар ДНС. У него далее, кстати, Реву можно посмотреть. Блай с Аверсом. Опа, Блай с Аверсом, значит, надо глянуть, кстати говоря. Так, другой. Но это не ко мне вопрос, а об этом жалуюсь еще. Так, Кас Сортов он, кстати говоря, играет. Так, что-то там тупёж. Каш Сортов я заскочу-то, пожалуй. На Блая потом ворвусь. Ведь это реванш за квоту матч. Тут пока был один, кажется, Суртов, ТЛО снут. Блай здесь идет, у Блая дальше что тут? У Блая сетка-то нормально. А нам шар у него в сетке будет дальше, скорее всего. Элейзер, Зиги, Ваня, Мульти, так, все уже, да. Рева, ну Рева еще пока нет. Понятно, я, конечно, нерча с Хеллрейзером с удовольствием бы глянул, но не успел чуточку. Все, поехали, ребят. Здесь все из игры, здесь все замечательно. Так. Что-то Варди туда-сюда побегал. Короче, началось все уже в итоге. А мне надо прикрыть окно. Ну, кто тут дрыхнет такой? Такой дрыхнет, тут усталый. Ребят, хочется мне отойти сейчас, я на минуту буквально отлучусь, сейчас FP вам поставлю. Все, ребят, я здесь, погнали.
кстати, вот, да, нужно и логотипчик это поставить. Касс сортов, это Бу-1 до сих пор стадия здесь еще идет. Вот. Блин, у Ревы появился оппонент, это ДНС, но мы туда уже, получается, не попадаем, потому что мы здесь касс сортов смотрим. Ну ладно. Ну что, сортов стандартно играет, пойти. Это ж не только у сортов, у кого-то еще было вот это все дело. Это кто это вообще? И почему на. По-моему, у Лейзера было, да, вот эта фотка. Это не нам Шарли, это кто-то. Или Занстер, по-моему. Кто это такой-то, блин? И почему он здесь находится на ней? Хрен его знает. Какой-то стёб, походу. Твич расфурычился. Да, Твич поднялся. Отлично, что он поднялся. Сейчас я добавлю его на Team Liquid. Новая королева создана. Королева отлично добавил. Создана. Так, ну что же. Пока там смотрел, все пересматривал. Уже у касса 2 геля, как сортов приезжает. Между прочим, собаки есть 4, они без скорости. Но на самом деле 2 гелика много здесь не нажгли. И как-то так. Hellraiser зачистил нерча прокси гейтами. Просто красавец. Потому что, блин, он по верхней сетке, пройдя нерча, сможет нормально идти дальше. Здесь ДНС револьвер. Ну, кстати, да, тут интересно, у Hellraiser сетка складывается. А ведь это Бу-1. У нерча пригорело. Неудивительно, на самом деле. Зря, жаль, я это пропустил. Но мы касса сортов посмотрим. Я думаю, что, учитывая, что сортов любит играть стандарт издавна, то есть он не чизер какой-то там, а любит он макро покатать и кас такой же игрок. Я думаю, мы интересную здесь пару смотрим, и будет хорошая игра будет. Напомню, что кас сортов проиграл, по-моему, за квоту финальный отборочный ВЦС. Как-то так. Да, я не парьтесь, ребята, другой там, я думаю, что это все будет меняться со временем, как бы, и все будет подстраиваться, не там какого-то развода не будет дикого, не волнуйтесь, это очевидный момент. Так, прилетает Ревенишко, автотурель ставит, два дрона как выбивает, и там собаку одну или две убил. Ну, три собаки, но не все Ревен убил. 4, да, 2 собаки, 2 дрона, 1 собака где-то погибла до этого на гелике, видимо, каком-то. Да, вот он убил. Найден был гелиончик этот. Только что. Ну и третья хатка, получается, раскачивается. На ней сразу же лейер пилится. Ну, не важно, на какой хате лейер пилится, просто он так скрытно, да, как бы пилится. Обычно сканет либо здесь, а тут вот здесь вот лейер. Так, ну Ревена можно продолжить, кстати, Харас. Интересно, собственно, королеву уводит, как чтобы Ревен там на халяву не летал. Касс другой абсолютно стороны сейчас залетает. Обманщик касс получается, да, у нас? Одного дрона касс получилось отпуксить. Кстати, можно было и второго успеть, но не сконтролил немножечко. Нужно улететь, вычиниться немножко, иначе Ревен минус будет.
У сортов и шпиль, у сортов 1-1, у касса 1-1 даже раньше, у касса стимпак. Нужно армори вот уже делать. Да, пошло армори, только я в этом подумал, а касс уже делает. Молодец, кастанчики строятся, медивайки строятся. 5 бараков, все равно 3 цеха сейчас заработает. 10 стенку не мешает сделать. Ну, я думаю, касс по-любому ее сделает. От этого товарища можно одну КСМ-ку выделить. Очень полезный юнит, хп, блин, сотку можно вычленить ему. Так, овер, касс минуснул, сортов, молодец. Полиомету уже в плюс, причем боевого 45 на 26, между прочим. Танчик засиджился, и Рейвена вычинивает касс. Стрим, походу, да, мой скучно. Ладно, шутки шутками, как сам понимает, что нужно сделать на самом деле и как это сделать. Так, прошу прощения. Зевнул. Все, 1-1 указ готов. Моментально 2-2 заказывают. Сортов тоже 1-1 делает, но не спешит закрыть. Так, минус оверрап. Здесь второй висит, Сортов понял, что этого тоже может касс минуснуть. Касс-то видел его, но Сортов улетел уже, сконтролил. Здесь камни не пробиты, поэтому... Так, касс смещается, криптуморы выпиливают, тут много криптуморов. Здесь еще один есть, надо еще сканить сюда-то, а че, блин? Или касс не видел? Конечно, хорошо просканивают так пацан, что один и второй забрить. Ну, касс сканит, так что хотя бы один этот убрать. И убирают. Халбаты добавляются, кстати, танчики все новые, ну, здесь мариков много, щиты делаются, 2-2 делается. У сортов и мутка в заказе 5 штучек, но этого мало. А кассу нужно отреагировать туретками, вот он ставит одну уже, видите, он видел шпиль. Где у него вообще шпиль у сортов? Нет, касс не видел шпиля. Но он понимает тайминг муталис примерный. Ну, тем более туретка только на мейне. Ну и, кстати, на грейдах туречка есть, тоже правильно. Вот здесь еще бы продакшн, то есть один барак здесь как-то поодаль стоит, эти все здесь куча, 4 барак, старпорт, факта, и тут очень много ценных пристроек, которых мог бы сортов пошатать, например. Еще плюс 2 барака как раз добавляет, на обычно 3 добавляем, там 8 бараков. Здесь сортов прилетел, сортов, видимо, касс уже как-то грейды, может, убивал, и касс тут как бы... Ну, туретку их поставил, а сортов прилетел, и прям инженерку что-то начал бить. Просто вышел касс, ребят, и был раскатан под корень просто. Чё, турель выставляет либератор. Ну, хоть дэмэдж какой-то нанес, и то хорошо. Здесь марики подходят, успеет на бусте улететь. Да, успел касс медивак спасти, пацаны выдохнули с облегчением вот эти 4. Просто после такого-то замеска просто катком прошлись по армии тирана зерговские юниты. Ну, блин. Вот нахрен такие выходы делать. То есть ты встал, причем касс рядом встал. Пробей ты камни. Вот, кстати, он здесь стоял. Вот, вот эту хрень. Пройти вот отсюда. Пробей камни, точку сбора сюда, веди прирост. Все, блин. В итоге касс пришел, прирост, блин, дома стоит. Ну, это типичный указ, такая тема, кстати говоря, издавна. Как-то он иногда ставит точку сбора, иногда нет. Сейчас, как мне кажется, надо было ставить. Так, 3-3 уже там указ делается. Ну и опять какой-то нелепый выход. Минок нет, 2 танка, там мариков, ну, пачка. Имится касс, хватит мариков, я чуть не уверен. Бейны заходят, танки вообще не фокусят. Все в хлам разваливается, вообще в хлам. Вроде, вот, вроде касса контролит, ну блин, этого мало. Вроде контроля вот такого. Нужен действительно контроль, как бы, и так все будет работать. Так, спасибо, хэштег, что смотришь, но сам ты знаешь, прекрасно рестрим. Губить никак не получается. Ты, кстати, хэштег, ты же не из России, я так понимаю. Надо корень твоей проблемы будет донести потом, что может быть действительно, как бы кто из России у них нормально все работает. Она крем.
А, из других стран не очень. Так, туречки падают. Пошли еще туречки. Сейчас 3-3 отменят Sword of Chaos. Это будет совсем печально. Вычинивать надо, друг. Как вычинил Касс вообще, да, валидольно? Как Брюс Виллис, блин, астероиды взрывал. Прямо жесть. Так, здесь 163, блин. Вот прикиньте, как Касс посливался сейчас просто все разы. Хотя потери у зергами при этом всем выше. Я, наверное, что-то пропускаю хоть раз. Но у Касса лимит, блин, просто там, я не знаю, идет нескончаемым потоком. Он нормально здесь отгоняет Сортофа. Хорошо, Беллинга встретил, уничтожил здесь. Простимился, правда, всеми. Масс туретки тут пошли. Ну, правильно, 4 туретки здесь, нормально. Так, товарищи, камни грызут. Здесь муталисков отогнал. Здесь можно еще вот здесь туреток пару, но чтобы продакшн защищать. Вторая на технику уже, а так что самое интересное. 3-3, вторая на технику, и 200 вышел вообще лимита касс. Я как и говорил, игра эта будет стопудово мясной. Так. Ну. Сразу б начал вычинивать касс эту туретку. Был бы другой результат. Так, есть забегание собак. Стенка не закрыта. Да она и там кривая какая-то, недостроенная. Бункера нет. Дома сейчас марики остроятся. Мутку, наверное, отогонят. Касс отобьет, скорее всего. Собак пачка не слабая такая. На мейн, кстати, врывается, я вам скажу. Грейды у них 3-3 у этих собак. Там ультра уже вот строится дома. Привет, Вегалир. Что со смайлами? Все нормально, со смайлами. Вот, видение все обсуждают, типа, премиум. Так, ну, здесь касса отогнал. 151, 101, чуть-чуть боевого у касса. Из-за того, что по рабочим просел, по боевому просто невероятно здесь плюс. Ну, как обычно, сплит. Или касса отсутствие, то есть сплита здесь. Просто мариков штук 15 сгинуло, если не 20. Золото пытается создать. Танки далеко где-то находятся. Надо поднять пространство сюда. Где же сплитка? Вот здесь вообще просто мариков закатало. Сейчас чуть бы касс контролил бы получше. Он реально мог бы разобрать здесь. Но он не разобрал вообще ничего. Я не знаю, как-то не хватает кассу вот... Микса у него каких-то таких мародеров не добавляет, а мариками не хватает ему и контроля, и вообще как-то они раскатывают. А Киев-то... Киев, да. Сейчас это... Только в Москве остался. Раньше в Киеве тоже был, по-моему. Так... Заходим к Hellraiser'у DNS. У DNS, кажется, уже револьвера пробрил. Это, между прочим, 1/4, або 3 уже. Аблай ждет Джеральда и Вуд Микробок. А Джеральд, кстати, нам шар пробрил. Хорош. Я не знаю, успею ли я Агла, но, возможно, успею. Поехали.
Так, ну что же, Hellraiser DNS, бот 3 это у нас уже, как я говорил, Hellraiser на мейне блочится. DNS делает абсолютно то же самое. Вот. Ну и в кибернетчики выходят, добавляются. Щек какой-то. Из имбу, что ли, логотип. А, ДНС, кстати, в каскаде. Же сейчас, что самое интересное, команду нашу представляет СНГшную. Одну из немногих. Точнее, единственную даже оставшуюся. Рева проиграл ДНС, получается, как раз-таки. Вот он с ним должен был в предыдущей стадии играть. Как это произошло, я хз. Да свершится правосудие. Я здесь, среди теней. Танков маловато. Танки вообще против лингобеллингов. Это такая тема, что один выход, если ты теряешь этот выход, то ничего хорошего дальше тебя вообще не ожидает, получается. Так, здесь пытается ДНС настроить пилона снизу. Нужно верчашку, может, быстрее выставлять. Пилон ДНС точно выбить сейчас оппоненту своему Hellraiser. Второй не должен он выбить никак. Поверчаешь, Mother Shipcore не уйдет, если выставить сейчас. Да Mother Shipcore надо было попустить. Вместе со сталкерами чуть не доконтролил здесь немножечко Hellraiser. Есть Феникс, а здесь что у нас? Здесь тоже Феникс, кстати говоря, что самое удивительное и опасно это. Еще и Твайлайт у ДНС, то есть он... Так, отогнал Hellraiser Mother Shipcore. Ну все, он больше ничего не сделает особо. Залетит на второй, но Феникса спалит. Так, Старгейт спалил Hellraiser. Сразу же назад улетает. Mother Core будет встречать Фениксом своим. Mother Core, кстати, минус будет. Пробки только надо отконтроливать. Вот, отлично. Два пилона выбил, Mother Core выбил, и неплохо все у Hellraiser стоит отметить. У него заказано робо, только зачем в такой заднице мира, что называется. Потому что игра не популярна. У нас хотят все просто, ну и наши не так тащили прям жестко в какой-то момент. Хотя еще тащили более-менее. Хотят все как бы у нас обычно, ну, популярную как доту дисциплину, и чтобы уже игроки сами пришли и с них денег иметь, ну и не платить. Крафте другой расклад, нужно игроков растить, чтобы они тащить начинали, чтобы поддерживать ее долго. Здесь... Ну и тут как бы не такая гигантская сцена, собственно, это всегда так есть и было, и будет. Так, Hellraiser спускается, Hellraiser собирается. Нету встречи ставить. Так, здесь Фениксы и Дарки есть, погодите, ну вот. У Hellraiser тоже Фениксы есть, правда их как-то поменьше, я смотрю сейчас. Hellraiser-то.
А Флитбикон где? Вот он на мейне Флитбикон, кстати говоря. У 2 Феникса Хеллрайзер строит. Здесь третий Никс еще не заказан. Феникс по одному строится, никаких Флитбиконов нету вообще здесь. Вот. Меняет Хеллрайзер пилон, прикольно так получилось. Как-то пока все неплохо выглядит здесь. Для украинского игрока Хеллрайзера. Хожу на всякие добавляет. ДНС плюс 2 Старгейта. Аж плюс 2 делает. Но, понимаете, в чем проблема-то? Плюс 2 Старгейта никак не помогут против этого апгрейда. Анионные импульс кристаллы. Охренеть. Вот это название я даже не видел никогда. Это так называется дальность Фениксом, получается. С дальностью они в хлам разберут вообще. В хлам. Но здесь идет переход... Видите, здесь земля есть, здесь дарки. То есть тут архоны есть, понимаете? А архоны вообще контрят фениксов неплохо, потому что фениксы вообще их не атакуют. Ну, ДНС переходит, все, он грелки начинает добавлять. И будет медленный свич в арматку, я так понимаю, вообще. Хотти убивал Хеллрайзера, даже когда он лазер был, а ты что, поможешь? Какой такой темы, я просто не понимаю, какой пока что. Так, через Архона про этот Хеллрайзер. Да вот залетит и рабочих подшатай. Блин, этот фокусит еще рабочих-то, ДНС-то, вот как активно. Нужно не бояться, просто залетать и шатать, нафиг, все. Ну, Хеллрайзер не парится, как бы, Хеллрайзера. Так. По 3 Феникса уже. И тоже дальность. Пошел. Что по Фениксам сейчас? 12-12. Вот дальность, понимаете, это очень халявный грейд. Его можно и нужно реализовывать. Мазершип Хеллрайзер делает, опять же, вот спорное решение. 30 хп, он, блин, будет с красным хп сразу. Надо сделать возможность за дополнительные деньги, чтобы он с полным хп, блин, доделывался. Ну, такой возможности не дает StarCraft. А здесь Мазершип, нет, здесь нет никаких Мазершипов пока вообще. Просто его фениксы с таким, такие количество фениксов быстро выпилят этот мазершип. Так. Летит сейчас Хеллрайзер зелков поднимать. Спалил пилон гейт. Надо выдвинуться туда, уничтожить все. Мне нечего выдвинуться. Да, вот мазершип. 30 хп было, стало 80. Короче, по процентам, собственно говоря, сколько было процентов хп, столько и у нового получается. То есть это как 130 к 150 отношение, да, получается. К 350. Так и 30 к 80. Так, 4 фотонки Хеллрайзер ставит, 2 пилона. Он видит, что здесь и Даркшайн, но ДНС, кстати, раньше гораздо здесь сюда делалось. Но ДНС исключительно фениксов делает, без карьеров. А как он собирается в лоб браться, мне вот это интересно. Вот только сейчас карьера пошли. Здесь фотонки начинают минусовать пилон, гейт. Все правильно, они минуснули же это все дело, но... И Даркшайн надо тоже минуснули, чтобы они... Ну, они и Даркшайн минуснули 100%. Это достанет или нет? Нет, скорее всего, не достанет. Но вот это точно достанет в перспективе. Что мы имеем в итоге? 3 карьера, 12 фениксов, 2 грелки у Хеллрайзера, а там 25 фениксов. У оппонента его ДНС. Грейды
интерсептором. Есть тут Хеллрейзер, отлично. Покажем, там Лукарьер впереди будет он все время, это хорошо. Да, вот потом, которая достает до Даркшайна в итоге. Здесь ДНС пролетает, ну что происходит? А, ну он просто на таран летит, рабочих подрезать. Подрезает рабочих, ну он отдаст всех фениксов моментально, просто моментально. Нужно ли так делать было? Зато можно их на карьеров будет заменить, получается, на более такой лимит мощный, но... Кстати, стационарка здесь есть, молодец. Хеллрейзер, что стационарная оборона здесь напилил побольше. Даркшайн будет уничтожен. Фениксы залетят, но... Не знаю. Не, ну под пятью фотонками лучше не драться, здесь 6 уже скоро будет. Да, ДНС продемонжили потом фениксов, конечно. Так, карьер готов. Хорошо фениксы, кстати, интерсепторов отстреливают на отступлении всегда. Врыв фотонов, еще феникс, минус один. Даже, посмотрите, даже 5 фотонов сдерживают их. Не так уж жестко. 3 или 4 феникса, Мистуги. 44-73 парабам. Да, Хеллрейзеру надо просто восстанавливать всех рабочих сейчас как можно активнее. У Хеллрейзера вторая кибернетичка дома. И это правильно. 48-73. Не очень хорошая ситуация по рабочим. На мэйне тут и газ даже один не добывается. Так, здесь минус все. Помаза шипы есть. 5 карьеров на 9 в пользу Хеллрейзера. 6 там. Ну там фениксов 15. Здесь 2 грелки. Фениксы будут напрягать. Они на самом деле напряженные ребята в плане танковки. И с ними тяжело бороться. Так, здесь сам Хеллрейзер прилетает. Он пытается подшатать ДНСа. Так, ревелейш пошел. Ну, это минус карьера один, больше карьеров у Хеллрейзера. ДНС понимает, что тяжело будет биться и просто телепортируется домой сейчас. И хорошее действие от Хеллрейзера. Но нужно... Так, Оракул, как полетели-то ему? Еще один ревеленчик пошел. Оракул минус заяц, чтобы не наглел. Фениксы возвращаются. Фениксу. Нужен Хеллрейзеру есть? Так, вот я вот что-то сомневаюсь. И сколько карьеров? 10 карьеров у него здесь находится, прямо вот в атаке получается. Мазершипец потерять может, больно быть. Фокус карьеров пошел. Фокусить надо карьеров. Телепорт домой делает. Хеллрейзер, что ж ты творишь-то? ТП домой делай. Фениксы громят. Или погодите, карьеров отфокусил. Фокус хорош. Телепорт домой пошел. ДНС победил. Ну-то знаете, что это было? Кто сначала начал карьеров фокусить? Потом не отфокусил их всех. Ну-то... Мазершип и фокус. А Мазершип там, между прочим, зеленый был. Здесь краснющий весь в хлам, блин, этот Мазершип. Только поля снять. Ну, хорошо, хоть у карьера строится, у Хеллрейзера. И золото есть. Надо под золото сейчас рабов подстроить. Некоторое количество. Не хватает минералов. Не хватает и газа. Ни хрена не хватает. 5 нексусов есть, просто закажи по 5 пробок, и даже бустить не надо, очень быстро доделываются. ДНС хитренько как-то ревелейшн кидает, что Хеллрейзер не видит. ДНС ломиться собрался, да? Смотрите-ка, идет сюда чертяга ДНС. А здесь 4 карьера почти готовых, но они еще нифига не готовы. Фокус карьеров пошел, это 1-0 в пользу ДНС, а Хеллрейзер зря здесь дрался вообще. ГГ. А у него только карьер без фениксов, вот в чем суть. Там земля есть вообще. Неприятно.
Что же, карту следующую ждем. Блай вроде будет микроба, будет биться с Уртофтело. Если Блай пройдет дальше, у него будет ЗВЗ там точно. Мы ДНС досмотрим, как его пока что. С Хеллрейзером получается. Это что, не первая игра была? Вроде ж первая игра это была. Решил репку посмотреть. Вот захожу во вторую игру, все отлично. Ну что, ребят, ДНС 1-0, вторая карта Hellraiser ДНС. Красный Hellraiser, синий ДНС. Карта у нас глубоководный риф. Так, сейчас я окошко прикрою, поддувает иногда. Маленько. Что тут такое ходит? Дай-ка заглажу тебя. Вот какой, вот какой. Чёрт. Почти деревенский пес уже стал. Длина линяет так чалик. Жарко. Это клок шерстуги. Конечно жарко, братану. Надо шубу скидывать сейчас, ребят. Дайте, а то улетит куда-нибудь. Короче, имел я в виду, все назад летит. Короче, все равно эта шерсть назад прилетела бы, что чертов сквозняк. Чали, ты что там, ухнул что ли?
Ребят, ладно, все, не отвлекаясь, игру надо смотреть. Технический момент был. Адептами Hellraiser наверх уходит, срезает расстояние. ДНС Нексус заказала, вот Hellraiser-то что-то пока нет, еще не заказал. Пробочку подсныкал. Плюс 2 адепта, плюс Старгейт у Hellraiser. А здесь что у нас? Здесь просто 2 гейта и варп бустится. Ну и ДНС, соответственно, никуда не врывается. Пробку забрал здесь. Не знаю, ну адептами здесь ничего не сделать, там везде пилонами все у ДНС прикрыто хорошо. Монобаттл, не, ну замутим обязательно как-нибудь, но не сегодня, я думаю, мы это будем делать. Потому что сегодня, я не знаю, возможно, попозже уйду. После двух ПСК, конечно же. А может быть и нет. Но если не уйду, то там много турниров еще таких, которые можно глянуть при стриме. Два гейта открылось. Опа! А вот это уже интересная расплата от ДНС. Два гейта, свич, два стар гейта. А между прочим, здесь оракул у Hellraiser, плюс выход у роба идет. Ну, я не, даже не знаю, что здесь сказать-то по этому поводу. С одной стороны, вроде как оракул прилетит долго, хотя... Так, роба отменяет... А, уже оракул-то есть один. И отменяет еще одного оракула Hellraiser. Пролетает два Старгейта, оспарил Hellraiser. Может лучше в Блинк свичнуться в Твайлайт такой ситуации, я не знаю. Надо уводить оракула, посмотрите, два Старгейта, сейчас просто Феникса их собьют и все. Здесь адепты заходят, на мейн будет телепорт? Да, один телепортируется. Два оверчажа. Блин, один-то здесь остался. Hellraiser еще умудрился рабочих здесь потерять. 6 штук суммарно, но не все здесь 6 погибли, но штуки 4 сейчас ДНС отфуксил. Оракула сныкал, ничего не сделал, лучше бы на пофиг одного рабочего выпилил бы, но верчажа погиб, получается. Оракул этот был бесполезен. Hellraiser тоже 2 старгейта Феникса строят. В общем, получается, ситуация в прошлой игре, Hellraiser даже чуть плюсе по экономике был. В этой игре Hellraiser делает то же самое, но у него по экономике минус. Как бы не слишком большой, но минус присутствует. Так, закрой окно. Пока шерстью пытался выкинуть, оно открылось, опять же. Игра. Паузу Hellraiser просит. Телепортация завершена. Телепортация завершена. Третий Нексус, ребят, ДНС тает. Вот это да, это дает возможность что третий Нексус ставить так, как ДНС тает. То, что у него рабочих было на 8 больше. Конечно, у него запас больше скопился. Hellraiser еще только вот выезжает пробкой вообще. Сюда. То есть отставание будет очевидным. Плюс там рейндж еще будет раньше, как бы получается. Заказано, Hellraiser газа нет, чтобы заказать. Здесь иллюзии летят. Видят ДНС, что Hellraiser только-только некоторые заказывает. Хорошо хоть заказывает, но разница чуть ли не в 50 секунд, 45 разница стабильная такая. У Nexus будет. Ну, печаль, беда, конечно, но что делать. Thank you.
Так, все, иллюзия минус, ребята. Мазершип пошел у Хеллрейзера по Фениксам. 14-16 в пользу ДНС. Причем ДНС сейчас будет 14-18. Он Мазершип не делал с другой стороны. У него уже третий Нексус есть. Сейчас Мазершип он скоро тоже, я думаю, закажет в ближайшей перспективе. Ну, подставание будет у Хеллрейзера. Я бы сказал, что оно не гигантское. При этом всем, играя Фениксов, оба игрока. Что самое интересное... Не делают грейдов вообще никаких воздушных. Прикольно, ДНС. Вот это вот, кстати, при игре воздух очень правильное решение. Юнитов наземных крайне мало. Фениксы их могут очень быстро убить. И по периметру карты эти пилоны, они невредимыми будут. Но это великолепная разведка. То есть, с какого направления тебя харасить? Надо даже дальше еще ставить, я думаю. Так, по 3 Феникса делает ДНС. Hellraiser 2 карьера переходит. Опасный, очень опасный переход. Почему? Потому что по Фениксам сейчас будет 21, уже 14, плюс 3. 2, 4, 14, 10 разница. Мазершип тоже чуть позже будет. Блин, ну то... И самое интересное, что 2 карьера, они вообще как бы могут... Ну, то есть они против Фениксов даже не сильно помогут. У них интерсепторов немного. Дэмэджи там у них тоже не так уж много. Вот. Каях штук 4 хотя бы будут, а уже да, против голых фениксов. Непонятно будет ли ДНС сам агрессию какую-то сейчас развивать, идти вперед, или же он будет здесь сидеть, как бы ждать 200 лимитов. Скорее, я думаю, даже второй вариант, потому что при игре в армаду одна ошибка равнозначна поражению, но при этом с точностью вообще с высокой выяснить, сколько юнитов у оппонента есть, это очень сложно. То есть да, можно кинуть ревелейшн, даже с ревелейшном там тяжело заметить. Если ты постоянно летаешь. Ну а как кидать ревелейшн на процессу, которого Феникса с ранжом? Оракул это смертник. Один оракул, один ревелейшн. Все получается. Один кинул и забей. Очень офигенная тема у Hellraiser, то, что он делает вторую кибернетчику, то есть двух кибернет и грейды пойдут. Ну какого хрена пробки здесь стоят? Ай-яй-яй, здесь, ребята, не пройти. Здесь чертов пилон мешает им пройти пробку на 4 Nexus. И ДНС концентрирует войска. Блин, Hellraiser, а вот он заказал, здесь пилон тоже будет установлен. Концентрирует войска для удара. Это очень опасно, без трех карьеров этих тяжело будет отбиться, очень. А до них еще здесь 20 секунд, и там 20... Не знаю, может, конечно, проживет здесь. Ай-яй-яй, по Фениксам врывается ДНС. Два карьера здесь есть. Мушки все уничтожены. Сколько минус 0? 14 было. 3 минус 11 осталось. Неприятно. Четвертый Некс придется отдавать. Кстати, у ДНС тут особого дэмэджа по зданиям нет. Сентри и Мазершип. Вот, ну карьеры вышли, теперь хоть Hellraiser с 5 карьерами будет увереннее себя чувствовать, а ДНС там исключительно фениксов делает. Ну, кстати, против 5 карьеров я бы уже назвал бы это решение таким спорным, потому что... Хотя с Guardian Shield'ом... Сколько там, кстати? 35 фениксов. Ой, они интерсепторов просто унижают, эти фениксы, очень проблема. Ну, карьеры быстро тоже фениксов нагибают. Так, вторая так вроде делается, как-то медленно. ДНС развел, тут фениксов Hellraiser всех убил. Hellraiser покусит там этих оракулов, чтобы они ревелейшн поменьше кидали. Еле живой здесь. Hellraiser 48-123 по лимиту. Фениксы залетают, начинают экономику разбирать. Мазершип же висит, тут на халяву можно забрать было, пока фениксы улетели. Но они очень быстрые, поэтому страшно даже Мазершип-то забрать. Ай, карьер сейчас вылетит. Где они вылетают? Сверху вылетают. Нормально вылетают. Нет. Принять их не достать. Так, ревелейшны есть еще? Не знаю, есть там ревелейшны, но нужно аккуратнее. Вот все, пошла атака. Здесь ДНС прям на мейн пришел. Охренел вообще. Как он на мейн сюда пришел? Почему? А, у Hellraiser Vision'а нету. Вот в чем проблема. Ничего себе. У Hellraiser'а нет Vision'а. А вот на Феникс сейчас появляется вообще. Интерсепторы минус 165-21.
4 кайра. Нет, здесь похоже минус кайра. Здесь слишком много, большой прирост феникса слишком идут вперед. Мазершип минус, кайра минус. 38 штук нет. Ну, ДНС очень вовремя. То есть, ДНС понимал, что кайра копится не так быстро. Он словил грамотный тайминг, пришел, собственно говоря, и убил. И все. У него, конечно, нет ударной силы по зданиям никакой практически, но... Все равно, у Hellraiser и грейды лучше, и все лучше. Нужно как-то больше стационарной обороны на периметре было. Было бы, когда этот бой шел здесь хотя бы 3 фотонки, был бы и вижен, и их было бы убить нечем ДНСу. Hellraiser бы лучше подрался бы, значительно бы. Ну, ДНС в последнее время неплохо, что тут и говорить. Фокус кайра в туловище, что называется. Ну, тут просто как этими, как лазерами их рассекают, фениксы. Конечно, там 30 плюс почти 40 фениксов, кайреров, там они с двух залпов убивают. Ну, жаль, что мы лишаемся игрока СНГ, магов ОСК. А Блайс вудит микробом у нас. 10 минут он уже в игре, ни хрена себе. Стримит, кстати, Блай, или кто-нибудь его вообще стримит, кто-нибудь должен его стримить. Дайте-ка я моралик, справили, всех правили. Оп. Опа, прыгаем в игру. Так. 1-0 Блай. Блай ведет. Ну, конечно, Блай фаворит будет. Микро Блай сейчас силен в топ-8 Европы. Стабильно входит как бы на ВЦС отборочных. А будет микро сам даже не представлен был. Лишь на Гоу войска я его часто вижу, но часто видеть и тащит ХЗ. Так, все, здесь игра началась. Здесь еще первая идет, короче. Там что-то было раскатывать. Ладно, давайте без рестримов обойдемся, посмотрим, так. Здорово, Илюх. Так, ну а здесь, опа, а я это элегантностью пропускаю здесь. Посмотрите, что здесь происходит. Товарищ решил, что недостаточно он силен, чтобы Блая противостоять. А Блай-то тоже просто вслепую чизить с роучами собрался. И как раз это в тему получается, то здесь будут бункеромарики, а роучи ревеншерами, это если все отбить, будет все просто прекрасно здесь у Блая. Кстати, у Блая уже есть оппонент по полуфиналу, это Сортов.
Ну и, кстати, у нас сегодня не ЗВЗ финал будет, по сути дела. Смута, кстати, кто-то одолел. А кто Смута одолел вообще? Все, начинают Марики атаковать. Где он там вообще был? Это ТЛО Смута одолел. Ну я с ТЛО силен, а Софток удалил ТЛО. Так, две... Ооо, две собаки, одна прибегает, третьего рабочего. Да пошли ты через оклик их, ёпарасоте. Три рабочих на двух собаках отдавать, 2017, там перебор. Отбился в итоге все-таки здесь вузов микроб, ну, 10 КСМок на 18 трону, Блайк Рип распространяет, делает реведжеров. Два овера. Ну, под таким количеством мариков овера строить. Это рисково. Со стороны Блайн. Здесь роучи есть, они прикроют, скорее всего. Еще один овер вылетает. Блайн все прикрыл. Молодец. На больше реведжеров вообще. Мака. Нашел Блай направление, с которого взломает все. Молодец. Бункер один убил. В итоге, ну, не то, что от прироста отрезанным оказался. Ну, когда этот бункер будет уничтожен, а бесспорно он будет уничтожен. Тирану просто некуда отступить будет. Хорошо, там из демеджных роучей реведжеров делает Блайт. Контроль замечательный. Г пишет будет микроб. Не ходит, не умеет шмакра, не могет шмакра губараки. А что, почему бы нет? Блая тоже многие критикуют. Там, что, ну, как бы, а вот что, ну, он корейцев обыгрывает, как бы. И такие билды заходят частенько, на самом деле. Вот. Ну что, Блая сортов. Ну, посмотрим, как Блая против сортофа. Так, сейчас я подойду, ребят, через минутку буквально. Подождите. Так, ну все, я здесь, ребят.
Ждем Блая продолжение. Так, ребят, ну что, ждем Блая полуфинала. Как обычно, Блай радует дальними стадиями. Вот, ну как так. Так, инвайт от Блая, отлично. Ну что, за кого болеем? За Блая, конечно же, болеем. За кого ж еще здесь болеть нам? Так, рекламку надо пельнуть. Всех приветствую еще раз. Помнить, поддерживать. Надо, большая очень просьба. Подписывайтесь на премиумы. Поддержите меня и мой канал. По реквизиту в описании и через плеер. Ну все, погнали, ребят, сортов против Влад. Так. Это будет три. Сортов пул первый ставит. Влад же решил сыграть на секвенсере стандартно. Не без ранних беллингбастов. Это майнгейм стопудовый, как бы, потому что от Блая все понимаете, что ждут, и
Естественно, Блай старается под эти ожидания оппонентов подстраиваться, чтобы удивлять. Ну вот, видимо, он хочет карты удивить. Так, ну что же. Шестнадцать дронов сортов, 6 лингов вперед побежало. Хат ставится, королева делается. Газ вообще пока не заказан. У Блая заказан газ, но... Блай, блин, не строит собак вообще. Он схалявил, блин, сейчас 2 дрона построил. Да, он на 4 рабочих впереди, но как он собак собирает 6 штук встретить? Они сейчас ему там так нагрызут жестко. Королева еще не... И все равно дрон устроит. Ну, Блай, а. Как можно, блин, так халить? 4 хоть бы заказал. Вот собаки прибегают. О, Блай не отконтролил сразу собаку. Потерял одну. То есть еще и ошибка в контроле сразу же происходит. На дронов на мейн уводи. Что здесь им делать? Им нечего ловить здесь. Еще королева может погибнуть, кстати говоря. Блая нужно уйти, королевой встать за... Да, вот так вот нужно ему встать. Дрона теряет одного. Сортов на мейн просто попёрся. Инъекцию-то кинь, ё-моё, она здесь. Никто не кидает демодженного дронного барона. Ошибки у Блая ужасные, просто ужасные. Все, в итоге барабан уже проседает. Хотя не, на 2 в плюсе вроде они проседают. Ну тут колеблется иногда вот эти рабочие. Инъекцию на вторую не кинул, в итоге по таймингу инъекции потерял много времени. Но парабам вровень, и у Блая уже лейер, и у Блая уже скорость. У суртов только-только здесь гад. Не, на самом деле, я, конечно, Блая сейчас перекритиковал, наверное, немножечко ошибки от него. Да, нелепые, но это не ошибки жесткие, это ошибочки получается. То есть, ну, собак, то, что он недозаказал, он хотел схалявить нормально. Это не ошибка, тут сортов обманул, получается, как бы, да, то есть просто сортов удивил Блая. Ну вот кадрон красный выходит отбиваться, это печаль. Здесь там в плане контроля ошибка, что собака одна погибла. Ну это маленькие ошибки, лишняя собака, лишний дрон потерян, да, как бы. Это не приведет прям к серьезным последствиям. Ну, плеер у Блая готов, шпиль, я так полагаю, будет, любит Блая шпиль, тем более он третий уже хат ставит. Или не шпиль? Нет, скорее всего шпиль. Да, пошел шпиль. Блин, ну тайминг шпиля 20 секунд он уже строится. Здесь еще лейер 17. Да, то есть скорость роучей точно не успеет доделаться у сортовок. Готовности шпиля Блая. И это очень-очень важно, потому что, значит, мутка, если сортов захочет роучем вперед пойти, значит, мута точно встретит, успеет нормально это все дело. Так, скорость роучем сейчас будет. Вот, понимаете, когда шпиль заказывается одновременно со скоростью роучей, там, то есть лейеры одинаковые или позже, то это катастрофа для того, кто шпиль делает. Роуч приходит, и мутка не может встретиться. Когда мута встречает при роуче выходящий где-то здесь, в центре или около базы оппонента, то это вообще прекрасно. Так, прибегает Блай собаками сливать их, а абсолютно не обязательно. Сортов пролетает, но вот черт побери, сортов все спалил. И он понимает тайминг, какой у Блая шпиля здесь. И он понимает, что... Ага, а вот это уже... А вот это уже опасно. Сколько королев-то там? 5. И строится 8 будет. Сейчас Блай просто, я не знаю, роучи, мне кажется, Блай здесь совсем не спасут. Спалил Блай Нидус? Не понял, если честно. Спалил он Нидус, но прокликал ли он его? Вот в чем вопрос. Овера находится, кстати, ближайший овера. Здесь один роуч идет сбоку. Этого роу... Блай, куда ты полетел? Ты ёп...
И полетел куда-то, главное. Ну, Блайт. Ну все, Нидус на третью дал Нидус запилить. Ну какие ошибки тупые такие, а? Возвращается сюда Мута вся. Нидус через несколько секунд будет готов. Надо Нидус фокусить. Попытаться, Блайт, фокуси Нидус, странненький этот. Нидус не сфокусить, фокуси же ты его. Фокусил, Блайт. Вот, отфокусил, хорош. Это полбеды. Пул дела, точнее, в обороне Нидус отпустит. Королев Блайт сбривает, Роуч подстраивает, дронами отбивается. Красава. Отбился Блай, болею. Конечно же, забывай, за кого еще здесь не болеть. Куда ты на Муви-то пошел? Что ж ты делаешь? Ты еб... На Муви Блай ушел, всех Роуч сюда запустил. Какие ошибки ужасные, а? Просто Блай. Я в шоке. Только что я чуть не похоронил Сортопа, а Блай в итоге-то и проиграет здесь. Два муталиска здесь демеджина. Надо муту было масить. Сейчас. Потому что как только королев убил, мута бы критмасса скопилась бы вообще. Блин, а ведь первый Ниду сбрил. Но не хватило второй отбить. Г пишет Блай. Ну, знаете, что получается? Отсюда я могу сделать только один единственный вывод, в котором я буду абсолютно уверен здесь. Вывод очень простой. Блай не видел то, что это именно Нидус на мейне заказан. Потому что если бы он видел, он этого овера бы сбил. А если Блай видел и не сбил этого овера, то это крайне глупо, блин, не сбить этого овера. Потому что если бы Нидус был дальше, то совершенно другой расклад был. Экономика сильнее была у Блая, вот в чем прикол. Так, привет, БНКСК-2, ребят, вторая карта в лайв против Сортов, что-то я подвис тут, 1-0 Сортов подвел. В этот раз Блай решил, что не будет здесь он
Уже дать что-то там, а просто сделает стандартный. Или пытаться обмануть. Просто стандартный беллинг бас, 4 беллинга. Ну, от сортов крайне неприятная к Блаю контур. Забегание идет. Но если Блай дома отковыряется собаками, нормально. Скорость будет через 4 секунды уже готова. Здесь взорвет это все шансы на победу для вас. Так, ну здесь отковыряется Блай легко, кстати говоря. Дрона одного сортов он сбрил, второго, третьего не сбрил. Собаки минус, скорость готова. Бейны заходят на мейн. Так, Бейны заходят на мейн. Бейны сбривают рабочих некоторое количество. Ну, не такое явно, какое Блай хотел. Дальше контроль беллингов просто отсутствует. Что Блай творит вообще, а? Здесь куда-то один в газ, другой сюда вообще. Просто жесть вообще какая-то. Так, два Бейна сейчас будут заходить. Так, здесь продолжает Блай харасить. Лимита, кстати, больше. То есть, Блай на руку играет какой факт? Здесь не скорость с собаком. Не заказано, не... Ну, зато Bellend Nest есть у сортов, и это тоже крайне важно. Нужно здесь расконтролить. Доби... Я не знаю, Блай что, не видит сколько хп у собак, что ли? Можно было их без потерь спокойно убить. Так, здесь 3 беллинга Блай делает. На мейн можно пробежать сейчас. А как-то Бейна этого развести бы, Блай. А как ему развести Бейна? Блай, кстати, уже свич делает... Ё-моё. Опять, короче говоря, здесь какие-то косяки от Блая нелепые. Пытается хоть что-то взорвать, хоть что-то взорвал. 18-10, ну парабам уже 18-10, это серьезно. Е, преимущество. Ну хата еще даже не заказана. Счет. Собаки вперед побежали. Закупку Блая что-то там ему мискликнул, заказал. Два Бейна сортов делает. Трампа прикрыта, все в порядке. Так, что тут Бейна была решил заморфить? Не, вообще пока ничего не морфит. 5 Бейнов, зато сверху Блай морфит. А, и передроп будет. Эволюшн-то есть у Бла. Да, я даже не заметил, он добавил. Куравам сортов даже тут обогнал, как я вижу. Так, а куда врываться-то? Основное количество рабочих у сортов на второй базе находится. То есть, хотя на мейне уже тоже 8-7 дронов есть, и 7 дронов это уже неплохое количество для взрыва получается. Очень даже. Еще 2 дрона минус и личинки минус. Ну неплохо, неплохо. Зашло. 6 дрончиков Блай делает. Парабам в плюсе. Ситуация нормальная. Так, вот это интересно играть сейчас заказом.
Так, ну что же. Руч ворону была я почти готов. Третья хата, Лэр. Почти готов. Здесь ни третий нет, ни плюс один нет. Только Роуч Ворон есть у сортов, и все, вот он на третью, кстати, снизу пытается спуститься, я так понимаю, базу. Сейчас королева и собака отгонит, Блай ушел. Не, ну третью-то он закажет. Не, ну у Блая просто гигантское здесь преимущество вообще. Эту игру обязан Блай брать, я не знаю как. Ну, конечно, можно и эту игру слить легко, на самом деле, но... Мне кажется, что не должно такого произойти. А сортов, вот, кстати, наверное, да, один из немногих вариантов, как сортов может здесь тащить, он сейчас, собственно говоря, нам показывает. То есть он поставил третью хату, показал Блаю ее. Блай думает, что сортов пытается нагнать, а сортов просто делает роуч-пуш сейчас. И у него 10 роучей, Беллинг и Линги строятся. 20 штук, у Блая 6 роучей в заказе. Какая дичь. И Блай не может заблочить рампу. А вот крип налил. Не, ну сейчас заблочит в итоге рампу. 7 роучий заказ. Блай шпиль делает. Ну, Блай по лимиту проседает по боевому в 2 раза сейчас. Ну еще, блин. Рампа не заблочена. Ну, кстати говоря, все, что есть у Блая теперь, это плюс 1 грейд. То есть собаки здесь не так действенны будут, как могли бы быть, получается. Ну, да, они роучи окружают очень быстро Блая. Мне кажется, сортов здесь точку ставят в этом матче и в этой игре тоже. Хотя нет, Блай пока жив. 66-60. По лимиту более-менее ровно. С рабочими отбился. Плюс один. Так, муф есть. Так, рабов надо увести. Муф и плюс один решает сильно очень. Собаки, как я уже и говорил, не очень действенные оказываются. Еще у Блая шпиль сейчас будет готов. Через несколько секунд Роу очень много выпрыгивает. Но чисто на экономике втащил, заставил понервничать. Блай просто нереально сильно. Надо дронов вернуть на вторую. Ведь ни третья, ни вторая не раскачана вообще. Так, собачки на мейн заходят. 74-84. Сортов умудряется как-то по лимиту в плюсе быть сейчас. Самое удивительное. У него 17 роучей, у Блая 9. Блаю нужно рабочих заказывать. Он по рабам проседает сейчас. А у него саплай блок, блин, гигантский просто. Можно сейчас мутку, конечно, заказать. Да, плюс 3 еще муталиска поперла сейчас. Сортов и тоже лэйр. Просто, я не знаю, и здесь отбился, но все равно какие-то саплай было локи нелепые. Вот после того, как Блай отбился, все, что нужно было показать, что он типа сюда пушит, там пару муталис заказать, сбить ближних оверов, отойти назад, просто СД зажать вообще. Ничего бы сортов не сделал. Так, дрончик минус здесь один. Минус два. Ну это все пока на что владеть способен. А вот Роуч Ворона отфокусить, это, как говорится, бесценно просто. Сможет отфокусить, Блай? Фокусить штейл, да, все, скорости Роуча мне будет. Эти шумахеры блаевские просто здесь на мую уйдут. Давай демеджить всех, будем никого не добивать. Продемеджил, никого не добил. 99. Так, по лимиту в лайв плюсе, плюс еще 5 муталисков. Плюс 2 у него делается. 52-37 по рабам. Нет, здесь в лайв плюсе 100%.
Так, мутали штуку. 11 штук. Четвертую хату была, не мешало бы сейчас заказать. У него хорошая экономика, у него хорошие апгрейды. Муталиски свое дело делают. Транфьюз успевает, сортов не... Ой, сколько много королев. Короче, это улыновый пуш сейчас от сортов и попер. 27 роучей, 5 реведжеров, 12 королев, это реально много. Блая 26 роучей, это маловато у Блая, как Блай? Только плюс 2 у Блая, вот единственное преимущество Блая, это плюс 2, все. Самое удивительное. Ну, зато Блая в размене хорошо здесь работает, и размен заходит. Здесь Туртов поломился, вперед часть юнитов слишком выбежала. И Блай до того, как королевы подошли, их просто разбирает. Спорку дома тут у Туртов разобрал. Туртов две новые ставит, сейчас понимая, что мутка могла зайти до этого. 142-105, да нет, здесь роучи как бы отдаются. Спорки там в бою не участвуют. Королевы здесь, конечно, подошли, но они там тупят демеджем, они не помогают, только транфьюзами. Фаербула по королевам проходит. 33-78, ребята. Это 1-1, ГГ, пишет Туртов. Молодец, Блай. Оставляет нам надежду на то, что будет за кого поболеть и в финале. А кто у нас там в финале, кстати? Зиги ДНС, там тираны просто. ДНС, Протос. Ну что же, уже точно ПВЗ будет финал. Ну, хотелось бы, чтобы не сортов это было, а Блай там в финале-то он может. Он показывает, что может сортов обыграть вполне. Так, прыгаю. Так, ну что, третья карта. Третья карта, ребят. Набралось сюда людей. Там Варди не может починить.
Так, ну что, все, здесь все, готов суртов, поехали. Какие-то баги там у Варди. Что там за баги у Варди, я хрен знает. Ну что, 1-1, ребят. Третья карта, Одиссея. Третья карта у нас. Суртов синий, блай красный. Карта не очень большая. Насколько я вижу, блай не собирается, блин, басить. А суртов все-таки перестраховывается и делает пул первый. Ну, может получиться, как в первой игре. Если суртов 6 собак сделает, а блай собак делать не будет, то суртов может и пробрить нафиг. Блай газ начинает добывать. Суртов тоже газ делает, но поздний. То есть у него только газ строится. Ему 21 секунду строится. А Блай уже добывает. То есть к моменту готовности газа у Блая будет более 50 уже добыто. Ну, кстати, разница не такая уж гигантская. То есть даже не на сотку газа Блай впереди будет. Она там 70, примерно 72. Конечно, Суртов что-то не направляет газ рабочий. Очень странно. Нет, я был не прав, Блай как раз на сотку впереди оказывается, потому что Суртов только вот сейчас направил рабочий в газ. Так, королева заказана, мув заказан. Один дрон у Блая на газе, рабочих добавляет. Четыре собаки заказ, в этот раз четыре заказал. А от Суртова сколько? Три вперед бежит, а где четвертая, кстати говоря? Одна что-то бегает там сверху как-то. Далеко по дальнему маршруту получать. Так, собаки в рабочем забегают. Да, смотрите. Хотел тут было суртов дрона подрезать, не подрезал. Так, ну что, овер-минус, ребята. Блай тут овера на центре. О, ребята, от суртов это улын мы наблюдаем, ребят, с собаками. У Блая нет стенки, и для Блая это катастрофа. Причем Блай, как обычно, не делает ни роуч ворона, ни хрена не делает. Что он суртов и улына не ждет, типа? Не, это минус Блай, ребят. У него третья хата уже готова, вот он роуч ворон сделал. Стенка ему поздняя здесь вообще не по... А, у него и контроля-то тут нет, смотри. О, собак Блай видит, и давай, давай, что тут?
стенку делает, а у него две королевы из юнитов просто. Ну и чё, где еще здание-то здесь? Или здесь нельзя закрыть? И чего? Чё, блядь, соображал-то так долго, я не понимаю. Не, это ГГ, ребят, это 2-1 Торсов, очевидно, абсолютно. Потому что здесь собаку, Торсов сколько? 3-4, у Влада 22 кэш в заказе собаки есть, но они по очереди все будут уничтожены. И... Ну, я не знаю. То есть, играя без Роуч Ворона и ни стенку не делал, Влад ничего не делал. Но самое главное, не без Роуч Ворона, без Беллинг Неста. Вот все, что нужно, чтобы было сейчас, чтобы сейчас отбиться, все, что нужно было, это Роуч Ворон. Все. Ну да, его нет, ну 46 собак здесь, Тортопус. Не-не-не-не-не. Какие дроны? Дронами не отбиться. То есть Блай сопротивляется все еще, но даже Роуча одного построил, ну тут, к сожалению, он не поможет никак. И даже плюс один на Роуче Блай делает. Печаль, печаль, но тут ничего не поделать, ГГ. Ждем финал, сортов ДНС. Так, сейчас, ребят, я звонок сделаю, быстренько и вернусь к вам. Надо переименовать и стрим сейчас будет еще. Так, все, вернулся к вам.
Так, ну что же. Финала ожидаем. Сейчас он начнется. После финала в любом случае я прервусь. Да, дальше по обстоятельствам будем действовать, короче говоря. Кстати, наверное, надо съездить мне там по делам. Скорее всего. Так, отписал Суртов порядок карт. Глубоководный на риф Одиссея Проксима. Какая-то это кровавая, как там она сейчас, я забыл, как она называется по-русски, Ascension. Кипящая кровь, Блудбой, вот, да. Точно, точно. Прыгаю в игру. Так, ну все, ребят, бо 5, сортов ДНС, ПВЗ у нас в финале. Пора бы покомментить, минуту уже игра идет. Дрон кусает здесь у нас, получается, пилончик строящийся. Достроился давным-давно этот пилон. Ну, конечно, его надо убивать, хату-то не поставить пока сортов. Но у него собаки вперед бегут, и очень-очень быстро они бегут вперед. Заказан сделать, и второй ДНС правильно реагирует здесь, то есть он, получается,
Без некто просто делков начинает подстраивать. Здесь Дилос приходит. Надо... Нельзя давать пилона убить вот этот вот. А смысл здесь тянуть время на зелком заходить? Так, зелков второй выходит. Без собаки проскочит мимо гейтов, конечно, и все. Пилон надо восстановить обязательно. Адепт строится один. Гейте, который, ну, который включен получается. Короче, попытаются туртов пробрить, сколько сможет рабочих, как можно дольше здесь бегать. Рабочих двух он пока что сбрил. Не знаю, что делок за этими собак не побежал, он с одного мог подрезать. Вот выходит адепт туртов, понимаю, здесь особо ничего не подрежешь. Еще одну пробку подрезал, и все. В итоге, что мы имеем, по рабам протаса больше. Здесь хат, конечно, раньше, но третий-то нету у туртова. А никто строится. Плюс адепт сейчас еще зелками придет. Еще плюс 2 адепта сверху. А здесь ни скорости, ничего нет. На самом деле так себе для сортов и ситуация получилась. Так, ну тут адепты пришли, как я и предполагал, жестко очень напрягают, дроны под ударом, 2 уже минус, 3 минус. Еще и адепты уйдут в итоге, ДНС надо побольше контроля здесь атаковать. Собак, не один адепт погиб все-таки, но один ушел. 25-26 по рабам, строится оракул, вайлайта нет. Так, ну что, оракул прилетел, ребята. И жестко он напрягает. Две королевы выпили, скорее всего, ДНС. Хотя нет, пока только одну выпилил. Ну, еще два дрона выпилил. Этот не стал добивать, и он бы мог добить эту королеву. Но вот эта третья королева бы у оракула с вероятностью 99% бы убила бы. В итоге, ну, с не дала улететь, поэтому ДНС предпочел так вот. То есть, смотрите, здесь на второй базе просто ни спорки, ни дронов, ни хрена. Вообще ни спорки. Нет, и королева одна, причем краснющая вот эта вот. Флам демедженная, которая ДНС сразу же забирает. Это похоже на 1-0 очень сильно. ГГ, да, то, что пишет, там третий некс уже, куда там уже. Ждем вторую игру. Здорово, Деорнот. Здорово всем.
Ну что, вторая карта, пацаны. ДНС 1-0 повел, но ДНС в последнее время очень даже силен. Elongate, Gas, Nexus, кибернетчика, билд у него такой. Ну что же. Дроны строятся по чуть-чуть. Сортовщика третью собирается запилить сейчас. Тут Старгейт опенинг идет. Старгейт на мэне. Адет вперед полетел, но... Стенки пока нет, то есть собаки могут пробежать. Кстати, сортов сам вперед не идет собаками. Решил камни прорыть, на всякий случай, вдруг адепт придет сюда. То есть про Старгейт пока не знает, но сейчас к Старгейту же нужно готовиться обязательно сразу же, потому что Старгейт это сейчас стандарт. Интересная стенка, вы видите. Пилон гейт кибернетка, здесь еще один гейт и все жирные здания спереди, проход, и она просто делает на этой карте достаточно, насколько вы видите. Адептик пришел, адептик ничего не сделал, вообще потери по нулям пока что в этой карте. Ну скоро они какие-то, счет потерям будет открыт, скоро какие-то потери произойдут. Это очевидно, что оракул-то что-то уж точно выпилит. Вот он вперед попер этот оракул. Да, видит сорт топ-овером. Прекрасно, как он полетел. Получается. Даже двумя оракулами пока не может ничего сделать у нас с ДНС. Зато третий Нексус забили, он и на третьем Нексусе два роба, но вот, не знаю, под спорное решение, под прям под овером, конечно, роботикса ставить. Ну, это стандарт, и ставят прям под роботиксом. В это время оракулами законтраливает, грелкой встречает, овера принимает. И главное, уже не денется сейчас, это очевидно. Может быть, и второго овера даже найдет ДНС. Так, 6 дронов суммарно ДНС забрал. Здесь газы с мейна получается. Шесть дронов, это прям не сверхгигантское количество. Золото нам ДНС ставит, здесь пытался овером залететь. Не залетел, грелка хорошо висела.
Ну и подвоем. Так, ну пока что не по 2 Immortal, пока что призма и обсервер строит DNS. Ну скоро и по 2 Immortal он строить начнет, это очевидно абсолютно. Так, собачка. Грелка летает, совачку выпилил. Не, ну грелка нормально, зашла 2 овера минус, там собаку повыпилила. Здесь везде оверы развешаны, и можно как раз полетать их, пошатать оверов-то этих. Грелочкой. Что сортов пока... Точнее, что ДНС пока не собирается делать, но думаю, в ближайшее время... Будет заморачиваться. Хотя нет. Висит из ксилнаги грелку. А, не, не видно вообще. Вот она. Прям на границе практически этого вижена находится. Четвертое уже золото у сортов. 79 дронов. Офигеть. Ну, просто пассивная игра, действительно. Че тут сортов у дронов не строить? Хорошая стенка. Такая из гейтов. Прикрыты газы и силон внутри прикрытые. А части и никто здесь прикрыт. Ну, шторм очень сильно ДНС сейчас нужен. Потому что без шторма здесь эрго тяжело будет видеть. Гидролинга Беллинги. Пятая хата уже у сортов пошла. Гидро Эйспор перекопалась. Призма висит. Сортов прекрасно видит, где она висит. Но шпиля нет, сбить нечем. Но здесь можно оставить даже, мне кажется, поменьше гидролинга. Прошу прощения, но хоть до 5 стабильно выбьют. Тут сортов что-то бегает, хотел сбить, не получилось. Так, побежали наверх. Ну, 165-134, ребят. Перспективы какие в этой игре? Пока что ничего не произошло, какой-то серьезной битвы, потери вообще, ну, то есть только то, что оракулы выпилили, получается, и грелка. И, в принципе, как и у зерга, так и у просто есть и шансы на победу. Да, суртов и больше лимита, да, у него 80 дронов, но у ДНСа 3 никса есть, у него есть штормы, и мортлы постоянно массятся, грейды, 2 атаки у ДНСа, у суртов, и 2 когтя получается. То есть, вполне может ДНС говорить, что... Гидралисков несколько минут. Ну что же, ДНС тут неплохо Бэйна встречает. Четвертый Никс ему брал сортов отменил. Ну, 10 иммортлов, 10 штук уже. 9, точнее, штук. Это как в играх Шоутаймом, кажется. Не помню, с кем он играл. Там просто отсиживался, и потом на чудесах втаскивал. Иммортлы, конечно, сейчас такой фактор стабилизирующий, просто жесткий. Здесь чейзинг стоит, ДНС этого не видит. Харконов добавляет. Шторм есть, сделки есть. Спереди пилоны пошли здесь. Обсервером видит постоянно, как бегает его оппонент, сортов. Сортов бегает без оверсира, а если бы он был, то тогда бы эти обсерверы стабильно сбивались бы, ничего не сделать было бы. Ну, плюс 3, мне кажется, ДНС зря не заказывает. Тоже. Так, королева пошли, а что толку? Зачем они сюда пришли с полной энергией? Ничего призме они сделать не смогут. Причем у сортов его королева плюс. Здесь 10 лимита боевого стоит, не используется в бою вообще. Гидралиски эти. Ну вот сейчас удачная атака на вторую базу идет, смотрите. Стенка. Ой, филды. Точнее, штормы, да, идут, но
Беллинги живут, здесь до варпа нет, стенка падает. Фотонок 0 здесь на этом направлении. Надо вот фотонок ставить на таких стадиях, стараться. Неплохо в рабочую все это дело заходит. 10 пробок минус. В это время и 4 них сортов тут снес ДНСу. ДНСа много имморталов, но они медленно, ими драться надо. А никто с ним и драться не хочет локтами. Просто унижает ему экономику, и он сейчас вынужден будет вперед пойти здесь на клики. Вот и все. Я не вижу другого варианта сейчас развития событий. Имморталов здесь, конечно, 12 штук, архоны есть, ну а толку-то? Так, погнал ДНС вперед. Саплай блок у него при этом все. А собачки минус. Что-то отступает. ДНС сейчас не понимает. Туда-сюда что-то ходит. Что он ходит туда-сюда. Пошел финальный замес, получается. ДНС принимает бой сортов. Сортов задавить не может. Это как вчера с Нерчом кто там бился-то. Когда у него 187 БУ. Харс там 187 БУ лимита просто прилетело от Фродса. И все. 13 рабочих и пофиг на экономику. Там Кросс сокрушал этот лимит. Хлам вообще воздух. Ну здесь, конечно же, не воздух, но тем не менее, посмотрите, какой микс жесткий. 25-128, боевой почти одинаковый. Ну сортофу нужно, точнее ДНСу нельзя сидеть до бесконечности здесь. Надо же как-то бой принимать здесь. Как его принимать? Штормы пошли. О, хорошие штормы. Да все штурмовиков дошли, правда, военный сейчас. Нужно заходить на хайграунд, ну а толку тут здесь золото уже кончилось. Ё-моё, здесь золото уже действительно кончилось. Толку от того, что эту базу убьет ДНС, вообще мало. Лучше идти по этому направлению, заходить дальше. Да, варпы есть. Да, экономика 37 пробок, но давар хоть какой-то минимальный присутствует, это уже хорошо. Сортов собрался драться, да, собрался сортов драться, но тут... Тут зависеть многое от ДНСа будет, как он кинет штормы, как он сплетанется от бейнов. Ну, от Бэйна вроде неплохо сплетанулся. На призму контроля тоже, соответственно, очень неплохо. Разбирает, вообще разбирает здесь ДНС. Но очень важны сейчас дотекания. То есть гидра не может с этим справиться. Но собак там по 60-70 строит сортов и по лимиту стабильно он в плюсе. Я не понимаю, почему ДНС все-все-все сливает постоянно в архонов. Добавь ты, блин, пару этих. Так, архонов призму сожрать. Сажает архонов призму, у него, правда, 3 хп осталось, 3, блин, да. Полей не осталось вообще. Архоны будет принимать, имморфлы, собак очень много. Ну, растоптали собак архоны плюс имморфлы. Кажется, ДНС здесь побеждать собрался. Кстати, ему можно отступить, сбрить золото, то есть это как овера там. Лимит сбрить ДНСу плюс продакшн, сортов, упростите. Либо пытаться вперед идти. Вперед, мне кажется, крайне опасно здесь двигаться при таком раскладе. Так, архоны. И морф выберутся здесь. Гидра что-то на муви бегает. Чего гидра на муви бегает, я не пойму. Оракул помог. Сейчас, кстати, много нажег оракул. 89 на 109. Ребят, ДНС умудряется просто на 10 тысяч эффективнее драться. 37-600 там 16 по юнитам потери. И ДНС просто сортов вот здесь... Бреет нахрен вообще. Беллингов нет. Призма-то где там, ё-мо, призма где-то. На призму контроля нет. Сейчас имморталы, блин, начнут падать. Смотрите, сколько у них хп мало. Аккуратнее надо быть. Знаю, почему ДНС не...
Ну ошибки тупые, блин. Призма не в бою. В итоге сливаются иммортлы. Да и на это только призму привет, а... кстати, вот чё, кто в бою-то не участвовал все это время. Королевы не участвовали. Как только Суртов взял, сразу победил. А ведь, казалось, ДНС все уже перевернул. Но ДНС замечательно контролирует. Я считаю, этот выход был, ну, царский такой. Но этот микс Архона и Мортла в Грейжинах со Штормом, конечно, и с Зилками да Варпом, это очень сильный микс сейчас. Ну что же, 1-1, ребят, Sword of DNS. Третья карта, стандартная хата. Стандартная хата, 17-я Гаспул. У Sword of DNS Nexus 1 играет на карте. Станция Proxima. Ну, эта карта позволяет Proxima сыграть вот так вот экономически сильнее в этот билд, получается. Ну. Как-то так. Так, что-то тут овер пролетел. Разведал Суртов, но он видит, что здесь забил. ДНС не двух адептов делает, а сталкера адепт. Сталкера нужно ныкать в такой ситуации. Для чего? Для того, чтобы если овер... Ну, если...
Ты хочешь его разбить? Оппонент не будет, значит, сталкивать. Полетит на разбитку спокойно, а ты их собьешь. Ну, с другой стороны, можно просто не дать залететь оверам и увидеть, что ты делаешь. А ДНС делает Twilight, получается. Так, плюс 2 гейта, робо залетел, сортов спалил. Гейтов, правда, не спалил больше. Еще пилоны делаются. Ну и, кстати, может быть, это вообще адепта улын будет? Нет, это глеф, робо и выход в Даркшайн, получается. ДНС идет. То есть, это нечто подобное, что Стрэндж любил раньше постоянно делать вообще. Призма вперед поперла. 4 адепта в нее садятся сейчас будут. Или они на... Нет, они иллюзиями сюда полетят. Призма же на мейн, так я понимаю, будет заходить. Вообще призма разложилась, вообще ничего не происходит пока. Посмотрим. Ты, Тумур, успел здесь окопаться и... Естественно, ДНС не стал врываться адептами. Спалил, правда, направление движения свое адептами сейчас. Собак разобрал очень неплохо, собаки побежали. Два архона дроп сейчас будет либо на мейн, либо на второй. Плюс доварпать адепт можно. Здесь слишком много королев стоит прямо на мейне. В это время сортов еще и беллинг дропы планируют, насколько я вижу. Сколько ДНС готов, непонятно будет к этому всему. Вот да, два архона плюс 4 адепта. А, кстати говоря, вот если бы это были архоны плюс дарки, так вообще, мне кажется, зашло бы замечательно. Так, адепты на вторую, там в тыл телепортируются. Очень удачный телепорт, ДНС. Упустит травочек несколько штучек. Беллинги идут вперед, сплита нет, но ДНС не законтролил здесь это уже. Так, было тяжеловато сделать, но если бы законтролил, вообще бы молодцом был. Архоны опять приходят. На мэйне там нормально рабочим наваливают. Надо дронов упустить, не по королевам бить. Садится, улетает. Опа, беллинг-бомба, 8, вот все, весь харас ДНСа просто законтрился одним дропом беллингов и 8 пробок минус, ДНС там 7 нашатал за весь харас вообще просто по потерям. В итоге вот, вы видите, одинаково вообще по потерям, но... Смотря на то, что... Да хотя и по лимиту-то близко идет, хотел сказать, что ДНС немножко проседает, сейчас он даже вперед вырвался, он тут на гидру просто ресурсы копятся сейчас у сортофа. Вот, ну рабочую больше у ДНС. В принципе, просто ситуация вполне неплохая, стоит отметить здесь этот факт. Потому что экономика нормальная, даже больше рабочих. Так, продолжается харас при этом всем. Воеволями тоже есть по грейдам отставание. Ну, не катастрофическое там. Делается плюс один. Здесь коготь уже готов, правда. Ну, тоже там не страшно это. Что-то сортов тянет. Три базы, гидра не заказывается, ничего не заказывается. Ну, о выходе шторм пока речь не идет. Вот только сейчас отпил темпларов. Ставить стенки на третьей базе. Базе ближней к атаке, вероятно, как бы. Самый ближний архивы темпларов. Это опасно, как по мне, но... ДНС у нас рисковый парень, оказывается.
7 пробок минус, 3 бейлинга плюс 2 линга, очередной дроп, 8 минус рабочих, офигеть просто, блин. Как-то крайне эффективно у сортов получается вот эти дропы сейчас делать. На мэйне еще собаками рабочего подрезает, но рабочие отбиваются, надо было загрузиться, сортов улететь. 2 бейна сделать здесь собак, еще и бейнов дропнуть, вообще было бы просто невероятно эффективно. Так, 3 дрона минус. Здесь архончики прилетели, подработали. Ну, хоть кто-то там помогает просто зергоэкономику пошатывать. Здесь Immortal на муви гулял. Видимо, точка сбора была сейчас кривая куда-то. Сейчас поменена, наверное, была сюда, когда призма летела. Может, не перебинжи. Не переставлено было. Так, обсервером тут видит, кстати говоря, ДНС, где гидра стоит. Опять же, ну сейчас оверсир будет и минус обсервер будет, скорее всего. Он пока не достает. Так, архоны все ушли. Здесь надо пилон ставить, чтобы стенку полностью закрыть. Ну и продолжаются вот эти дропчики от сортофа. Минус отсутствие старгейта. Да? Хотя бы Феникс не построил грелку. Она бы здесь висела, никаких уже бы с этого направления не было вот таких залетов. Плюс, если откуда-то он идет, то можно на другое перевести грелку, овера выпилить. И навряд ли Зерг захочет там все восстанавливать прям сразу. Так, шторм по собакам. Красавские филды от ДНС. Казалось, до них уже погиб. Блин, вот это приятно смотреть. Так, опять 8 рабочих минус, но наконец-то сбит овер. Я не знаю, только я 3 раза по 8 ел. 24, да. И одна еще до этого пробка погибала. 25 рабочих погибло. Суммарно. А у сортофа... Так, 9 у сортов добывается. 90 дронов. Ну, кстати, раньше сортов мог так вот сыграть. 90 дронов, офигеть. То есть уже сейчас просто больше боевого, 190 в 200, хотя он отстает по общему. Причем больше там на пятнаху где-то. Иллюзия минус. ДНС выдвигает вперед, 200 в 200 по лимиту, здесь собаки мимо пробежали, ДНС видит это, да, видит это ДНС. Два архона, ё-моё, архонов спасай, телепорт, делай ими куда-нибудь что-нибудь. Архоны падают, ну тут что не падает, здесь три фотонки, оверчажи есть, все нормально. Здесь что-то приходит, ДНС долго он там соображает, как вперед пойти. Штормовики вообще сзади где-то ходят, 5 штук. Без шторма драться прохладно. Куда ж ты без шторма-то полез, друг ты мой чудесный? Штормовики от... Так, на крипе бейны заходят. Дэмэджа наносит минимум, конечно, но тоже ничего здесь нет хорошего. Архоны все новые и новые добавляются. И морклов 5 штук, все маловато. Блин, и здесь спорки есть, плеток много. Так, опять 10, опять бейлинг, ё-мо. 20 пробок минус, ой-ой-ой, 9, 3 часа, простите, и правый верхний угол, час дня базы эти подверглись дропам, и 20 рабочих лишил сейчас, 20 рабочих лишил сейчас ДНС сортов. Нужно сортов уйти вперед, ой, ДНС уйти вперед, что-то делать сейчас пытаться. Штормы-то будут, не, пошел шторм, хороший какой шторм, офигеть, как там дэмэдж заходит, но здесь невральные паразиты чертовы. Архоны ополчились против самого Протаса, синими стали. Один сваливает, пацаны, заберите меня, там кто-то попутало. Бес попутал. Какой-то хобот меня присосал, и я ничего поделать не мог, короче. Обозлился на вас. Вот, но, кстати, вернулся один архон, получилось. Продолжает ДНС давить, но, посмотрите, по лимиту сортов больше намного. Гришковый макро у сортов хорошее. Очень не хватает ДНСу здесь явно юнитов. Сейчас еще выйдет прирост. Это 2-1 в пользу сортовчика. Сортов молодец, мощно так макро отыгрывает.
Дарк очень сильно нарезает. Ничего с ним не поделать. Два дарка уже нарезает. Беллингами. Дарка одного сбил, второго не сбрил, но минус призма и минус ДНС. Он понимает, что такой экономикой не вытащить. Хорошая такая игра со стороны Свортов была. Четвертую игру ждем. Так, прыгаю в игру. Так. Что-то не успел я, короче, по ходу прыгнуть. Короче, отвлекся, ребят, и не успел я прыгнуть в игру. Ладно, Варди полистримим, короче. Печаль полная какая-то здесь была. Ладно, хрен с ним, короче, ждем начала тогда. Я даю-то, а? Чатик, луплюсь, короче. Смотрю сетки всякие и туда не смотрю.
guys coverage of the O-Gaming 6 Worker Start Tournament number 2. So make sure you check that out. It'll be on later tonight. Так, ну что же. Ну что, игра начинается. Посмотрим сейчас, так все нормально. Ну что, пацаны, ДНС решил, что Прокси гейтами сейчас забреет. Эти, а пробка застряла, что ли? Не пойму, застряла пробка или нет. На мэне гейт плюс кибернеточка строится у ДНС. А еще плюс 2 прокси гейта у него здесь есть. Но это может плохо кончиться для ДНС на самом деле. Как мне кажется, ну, посмотрим. Сказать тут сложно что-то конкретное. Так, а, у меня Twitch там. Думаю, что лагает, у меня стримы свои врублены. Все, стопану сейчас, все нормально. О, да, тут что-то смотрю, картинка как-то так фризится по чуть-чуть. Так, заходит адепты, ребят. Три дрона минус. Дома Твайлайт. Третий ход делается. Ну, напрягает ДНС очень неплохо, я должен сказать. Напрягает. Плюс он выходит в глефы, я так понимаю, сейчас резонирующие. Вот, инвайт попер. Так, пошел инвайт, отлично. Пятая игра, смотрите-ка, ДНС, то есть, победил здесь уже, это очевидно становится. Вот. Ну тут 2 минуты задержка. Сейчас досмотрим, каким образом ДНС победил. Так, адептами уходит за гейты. Кстати, интересно там пилон, да, стоит. Так что адепты все там сныканы, интересно получается. Они как за стеночкой стоят сейчас. Сейчас главное, что по 5 лобби новую они создали. Ну, вроде как не должны. Все, все готовы, отлично. Там сейчас начало будет дома, тут ДНС блочится полностью. Четвертый гейт, вижу, добавляется. Глефы через несколько секунд будут готовы. Мазершип-кор доделывают. Все элегантно. Но это в стиле соса однобазовая элегантность какая-то такая. Тут процветает просто со стороны ДНС-то. Так, адепты уходят назад. Глефы будут готовы скоро. Сейчас еще плюс 4 адепта вар будет. То есть сильный такой кулак будет. Так, а что? С каких это пор? Так, все сворачивается, переворачивается. Так, адепт заходит. Здесь их 12 штук, это реально дофига. Телепортнулся ДНС тут в уголочек, чтобы не пробрели собаки.
Адепт туда-сюда летает, королевы падают, кстати говоря, очень-очень быстро. Ну, трансюзы здесь спасали некоторое время. Еще там 4 адепт подойдут с Даварпа, и надо им, кстати, на мейн сюда в помощь этим ребятам залетать. Ребятам, девчатам. Эти же девчата. Так, королевы все, падают. Бейлинги есть, но их тут 5 штук, адепты идеально там практически сплитятся, минимизируя сплэш. И даже частью адептов, часть бейлингов погибла от дэмэджа адепт, потому что не знал, куда там суртов точно ворваться. Хорошо, ДНС заулынил, финал напряженный получается. Королева падает, но здесь все понятно, ребят, здесь все очевидно, ГГ. Закрываю стрим и перехожу обратно сюда. Путь на Айвор у нас карта получается. У нас 5-я решающая. Не успел я в эту игру попасть с Улэном. Ну ладно, 5-ю зато залетел. Сейчас все в порядке. Так, ну что, пилонги и гасник с кибернетчика в адептов, второй газ на мэне старги до мазеркора у ДНС получается, сортов 17-я хата газпул, 3-я хата не до готовности пула, но по готовности королев примерно заказана была сейчас. Ну и адепт приходит, навряд ли он что-то здесь может убить, хотя, ну, может собаку какую-нибудь он подрежет, я не знаю. Хотя нет, если бы он телепортнулся, то собаку-то может подрезал бы, ну сразу был бы уничтожен бы, да. Ну сейчас можно, да, иллюзию назад здесь зайти и попытаться дрона отфокусить. Кстати, блин, это косяк сортов, он другого дрона взял и готов он был уже спорку заказывать, но тот, кого именно фокусил ДНС, он не брал вообще. Ну что, адепт на 3-ю полетел. Он сейчас станет где-то между минералиной здесь, чтобы его собаки не отпукутили легко. И Нексус будет заказан. Да, заказывал Нексус, все великолепно. Так, 16 дронов на мейне, здесь 18, 3-й. Вообще пока не раскачан, а спор куда добавлять? Оракула хорошо встречает сортов, прям без спорки даже. Здесь она еще не готова была, двумя королевами отогнал, так что даже не только поля, а еще хп снял. Все, что лишнее, перевод. Весь сортов перевод, 13 дронов. Ну, это абсолютно правильно он сделал, что я имею в виду сделал. Обычно зерги ставят точку сбора на 3-ю, и то все до заказа там... 4 дрона, 6 дронов, 2 там как бы, ну, они идут туда. И это то место, где оракулами обычно и любыми другими юнитами их-то как раз и ловят. Сортов просто подождал сейчас, пока накопится определенное количество рабочих, 13 штук, то есть много. И вместе с мейна со второй их одним стеком перевел. Так что королевы их прикрывали на переходе просто. И все в порядке было. Стазисная ловушка.
Ну, минус... Так, блин, такой рейндж у них действительно большой. Личинки подблочены, там эти... Один дрон, это фигня вообще. Один дрон. 87.4, кто-то овер сбил. Где там? Грелка где-то летает или что? Так, есть... Да, грелка летает. Сентри пробревает. 3.5, грелка, овер. 2.63, она разогретая уже. Овер боится, но ничего сделать не может. Минус овер, два роботикса на дальней базе, на вот этой... Ну, Сортов понимает, что именно ДНС отыгрывает здесь то, что он играет. Макро, стандартная Архона и Морклы Шторм. Может быть, без Шторма Архона и Морклами выйдет ДНС, но редко когда так делают в последнее время просто, потому что если Зерга и лучшая экономика, а у нормального Зерга всегда экономика получше, и у Сортов она будет получше, то его будет больше боевого, и без шторма как бы там тяжело справиться. Бэйны законтрят всех зилков, архоном дэмэдж нанесут, сентрей возможно взорвут, а иммортлы там уже не устоят против разношерстного микса, как бы, то есть против там одной гидры они, может быть, еще подрались бы, да и то, фиг знает. Даже даварп там особо не поможет. Призма летит. Куда она летит? На мейн летит. Да, вот, смотрите, архивы темпларов, даже чаш, вот чаш. Вот это, ну, тут законодателем вот этих билдов подобных, это был стат в свое время, как бы. То есть, реально, он был в супер топовой форме не так давно, когда он GSL брал, когда он второе место на EM занимал. Ну, там, Тивай проиграл, конечно, но Тивай мощно тогда тоже отыграл, получается. Вот, и он очень много билдов крутых придумал. Сейчас же, конечно, у них в такой форме, но другие просто это используют, и не только корейские, как вы можете наблюдать. Ну, кто-то там грейдит что-то, да, то есть не там все, просто абсолютно, да, с точностью, да, мелочей взяли из билдов статса. Ну, очень похоже. Так, второй куголь, гидроден, две хаты делаются, макрохата на мэне, это пятая база здесь вот рядом с 9 часами, ближе к центру от 9 часов, параллельно этой базе практически. Находится, точнее, не параллельно, а практически на одной линии. Вот, параллельно она могла бы выйти ниже. И то надо линию было провести куда-то, да? 82 дрона, но Сортов любят тут такую экономику жесткую прям. Да и правильно, 18 гидролисков это ему позволяет заказать просто одним заказом сейчас. 19. Ну, призму не сбить никак. Она здесь летает. Призма напрягает. В это время тут два оракула. Стазисные ловушечки ДНС ставят. Достаточно много их. И новых шли. Грелка контролит рядом с мейном дропы всякие. Четвертый Нексус ДНС занимает. Достаточно пассивная игра идет. Но скоро, поверьте мне, грянет тут гром. И замес начнется серьезный. А вот в этот раз смотрите, как хорошо. Предыдущие это разы Сортов, когда ДНС затрепал, помню, дропом беллингов. А здесь уже вот первый, вот когда, прикиньте, вот первого овера делаете. Вот просто как по, сам как игрок говорю, не за зергов в прошлом. Какое-то любое действие делаете, в данном случае дроп, вот Хараса, допустим. И вот сразу же он не долетает, сразу нахрен вам шаттл, там призму, там медивак, овера сбивают. Так ты сразу подумаешь, нахрен... Карасить ли дальше или нет, а ведь следующий мог зайти бы, например, как в той игре, а здесь никто и не продолжает карасить, как и предполагалось, что армы кидаются, блин, даже штурмяков доходит, но филды хорошие ДНС устанавливает. 154, 181, не хватает ресурсов, здесь беллинги заходят на третью базу, где мазершип кор, ё-моё, где что вообще, рабочие уходят, ну тут... Ай-яй-яй, дай зузы с фотонки не смогут... Как тут упростить шоу-тайм? Сортов сейчас не доконтролил. Блин, он мог сюда дойти сейчас. Я прикидываю на месте рабочих, да, там. И ты знаешь, что хоть один дойдет, и хоть один с двумя когтями одного достаточно. Они гасятся там между зданиями этими, пытаются. Паника, но... Протасовская паника. Не знаю, как это, по-моему, как-то так. Но в итоге не доконтроливает Сортов, а здания просто бейны вкатываются. В итоге 176-193... Гидра заходит со стороны второй базы. В это время на четвертую, на очередной налом собачек идет. Здесь был Архон, который некоторое время сопротивлялся. Здесь зилки.
Давар, тут здесь есть оракул, здесь мазер шипкор демеджем раздает, основная армия это направление отгоняет, очищает. 40 на 154 по потерям, и пока что ДНС плюс дерется, это, я думаю, очевидно, да, всем. Даже несмотря на то, что у Торшопа больше баз, ДНС 3 плюс дерется, как бы, и у него больше боевого. То есть сейчас, если еще какая-то неудачная атака с стороны Зерга будет, то ДНС просто соберется и вперед ломанется. 18. А вот я накаркал, короче говоря. Я не знаю, откуда я это пропустил момент. Извините, сейчас только что забегали беллинги, и на третьей базе больше нет рабочих у ДНС. Но нужно восстановить просто 4 нексусов. Конечно, они очень быстро отстраиваются. С мейна уже можно часть взять, вон на дальнюю перевести. Потому что здесь кончаются ресурсы, лучше тут высасывать. С другой стороны, здесь они хоть и кончаются, но в ближайшие пару минут хоть стабильно инкам дадут. А здесь пока они едут, инкама нет. Плюс сюда может прийти атака. То есть пока ехали, инкама не было, потом атака, и его просто не, ну, не будет вообще в принципе. Так, здесь собаки забегают. Опять забегание сортов. 79, 200 по лимиту. Так, есть арконы. Хороший. Почему филд-то один-то? Хороший, но один. Надо, блин, здесь минимум 2 было. Тогда можно было гидру не выпустить отсюда. Спускается ДНС вниз. Очень много иморфов. Но, блин, гидру они не могут нагнать. В это время зелки с архонами здесь собак приняли вообще неплохо, кстати говоря. Вот это было сверху. Вообще без потерь там. В итоге мы имеем что? 13 иморфов. Офигеть. 3 архона, 2 там еще где-то делаются. И нужно атаковать, пытаться. В чем призма есть в районе мейна. Здесь гидра, здесь королева. Блин, одна призма, посмотрите на себя сколько. 10 лимита и 9. Просто почти 20 боевого лимита. На себя одна тупо призма. Тем, что висит, стягивают. Сортов нужно. Вот в таких моментах нужно понимать, что просто, ну, не всегда там сконтролят. Просто некоторых, ну, юнитов забрать и вместо гидры вот этой, блин, поставить здесь. Здесь вот спорку сюда перевести. Здесь пару плеток, там еще одну спорку поставить. Ресурсы-то есть. То есть, конечно же, нужно, чтобы весь боевой лимит был в бою, а не то, чтобы он стоял там на месте, ни хрена не делал. Забегание от ДНС, ой, от сортов неплохо идет, ДНС в центре встал. Ну что ты встал, то друг жёг. Очень жесткое забегание и назад. О, нет, ребят, это ну не ГГ, конечно, еще, но учитывая запас сортов по ресурсам и тот урон, который он нанесет сейчас просто, это ГГ, скорее всего. Да, зелки приходят, да, здесь уверчаш, но зелков мало, тут даже их разобрали, мейн тоже разобрали. Блин, вот сразу бы шел бы вперед, что стоял. Но я понимаю ДНС. Зерк-то здесь на отлике послал в отну вот, на мейне. И хрен с ними, пусть там грызут, что хотят, а дома контролят. А просто нужно идти, пытаться варпить, как-то законтролить. И вперед нужно идти при этом всем. Идеально штормы накидать, там сплетануть. Короче, в итоге с помощью прироста я уверен, что здесь отобьется сортов. И похоже на 3-2. А, еще он забрать. Тут нифига себе. Мейн унизил, вторую унизил. Еще этими юнитами сейчас и в обороне участвовать будет. Сейчас выйдет прирост собак. И здесь просто бедные иммортлы. Как их? Они, конечно, бессмертные, но зерги, они... И бессмертных загонят в могилу, блин. Это ж зерги, кишмя кишит этого говна. Я извиняюсь, но это по-доброму, как бы. Оценил, так сказать, такими эпитетами прирост я этого сортофа. Вот. Короче, стоп-старт я делаю, сейчас без задержки вернусь. 3-2 сортов, поздравляем. Блайо, кстати, ему проиграл, получается. Вот так вот.